Три года в колонии поселения проведет водитель автобуса, по вине которого на трассе Петропавловск-Мильково в марте этого года погибли люди. По версии обвинения, 3 марта текущего года мужчина, управляя междугородним автобусом, перевозившим 8 пассажиров по маршруту номер 201 Петропавловск-Камчатский-Мильково, на 53-м километре одноименной трассы выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автобусом маршрута номер 218 Усть-Камчатск-Петропавловск-Камчатский. В автобусе находилось 25 пассажиров. В результате столкновения погибли 45-летний пассажир автобуса, которым управлял обвиняемый, и 50-летний водитель встречного автобуса. Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом деянии. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.